Экологическая акция «Лес Победы» добралась и до старой части города Видное. По запросу активистов 52-го дома по Советской улице здесь высадили саженцы каштана. Их любезно предоставили воспитатели детского сада «Радуга». В рамках проекта «Мы помним и гордимся» мы давно уже с Абросимовой Надеждой Николаевной занялись таким вот процессом высаживанием саженцев каштанов. Мы сажали сначала самые маленькие такие орешки с этих каштанов, проращивали их в группе при комнатной температуре, поливали. А потом уже, когда они подросли, конечно, пересадили в открытый грунт и тоже не забыли, продолжили поливать, подрыхлять землю вместе с детьми, конечно же, и родители нам в этом помогали. Но саженцев для одного детского сада оказалось очень много, поэтому воспитатели и начали дарить их жителям Видного в знак своей любви к родному краю и в память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Во-первых, они свежий воздух дадут. Хоть немножко вот эта пыль будет загорожена, все. И красота какая. Каштаны, они вообще очень красивые. Ну, так что огромное спасибо, огромное. И такие большие деревья мы даже просто не ожидали. Около 5 лет эти саженцы росли на территории детского сада «Радуга». Сегодня их ровесники, воспитанники дошкольного учреждения помогают взрослым сажать деревья. Я поливал деревья, сажал деревья, еще воду наполнял. Ты силач просто. Да. Да, территория вокруг 52-го дома и без того зеленая. Но дотошные жители считают, даже деревьям необходимо обновление. Старые сухие срезать, молодые сажать. О том, насколько хорошо активисты следят за прилегающей территорией, можно понять, взглянув на палисадники. Он действительно бросается в глаза, и это действительно говорит о том, что жители любят свой двор и ухаживают за ним. В этот раз акцию «Лес Победы» приурочили к празднованию Международного дня защиты детей. Участие в таком большом взрослом проекте дает серьезный повод мальчишкам воспитывать. Детского сада. Теперь с гордостью говорить, что одно важное дело в жизни каждого мужчины они уже выполнили. Деревья посадили. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.